Всем привет, с вами Жабокрок JK, и мы продолжаем играть в сетевую игру Battlefield 4. И остается у нас последний оригинальный режим обезвреживания, и это, кстати, довольно-таки неплохой режим. Так, игра загрузилась, и играть мы будем за медика. Входят пока игроки, тут максимум 5 на команду, то есть всего 10. Ждем 20 секунд, и начинается первый раунд. Всего здесь 6 раундов. 10 секунд осталось. Так, нас трое, их двое. Что-то их мало. Так, 3, 2, 1, погнали. Ой, их уже 4. То есть, получается, нас меньше. Ладно, справимся. Идем пока к их базе. Бомбу они взяли. Прячемся за ящиками. И вон, я вижу, пробежал враг. Сейчас мы устроим ему сюрприз. Вылезем неожиданно. Так. Вылезаем. Вот и стреляем. Итак, готов. Это у нас был парень с бомбой. Ладно, пошли дальше. Ой-ой-ой, вижу враг. Вау. С первого выстрела. Круто. Я не ожидал, что он так же неожиданно вылезет. Ну что ж, осталось у нас двое врагов. Идем их искать. Слышу выстрел. Все, один остался. Я догадываюсь, где он может сидеть. Полезли на крышу, посмотрим. Вообще, очень не хочу, чтобы он прятался от нас. Лучше, чтобы он сразу вылез. По-любому он нас не победит. Но тут пусто. Я никого не вижу. Значит, он где-то в доме. Либо в этом, либо в том. Вообще, в обезвреживании есть два способа, как можно победить. Первый — это для команды защищающих убить всех врагов, либо обезвредить бомбу, которую заложили. А для атакующих, опять же, либо убить всех врагов, либо заложить и подорвать бомбу. Вот два способа. И что мы видим? Мы никого не видим. Это были свои, врагов нету. Секундочку, вот он. Отлично. Первый раунд мы выиграли. И останется еще 5 раундов. Кстати, если команда наберет 4, игра все равно будет продолжаться. Вот так. Победитель вроде бы есть, но игра продолжается. Так. Ждем, пока к их команде кто-нибудь присоединится. Все, пошел обратный отчет. Вообще, на самом деле, обратный отсчет здесь лишний. Но не то, что лишний. Могли хотя бы 10 секунд сделать. 20 как-то многовато. 5, 4, 3, 2, 1. И погнали. Все, игра наконец началась. Унылый отсчет закончился. Опять они взяли бомбу. А мы, пожалуй, пойдем той же дорогой. Мне тут как-то везет. Так. Никто не вылазит. Что ж такое? Куда они все полезли? Неужели на крышу? Давайте на всякий случай посмотрим. Я слышу выстрел где-то внутри. Значит, на крышу пока лезть не нужно. Внизу они, наверное. Моя команда внизу торчит. Ну что, где они? Я никого не вижу. Блин, вы что, его убить не можете? Все, парень с бомбы убит. Опять же, первый. И остается 3 врага. Вот где они прячутся, без понятия. Знаете, я лучше не пойду в ту сторону. Пойду со своей командой. Вместе мы сильнее, чем поодиночке. Так, выстрелы. Ну, дайте мне пройти. Они его уже убили. Ладно, осталось двое. Я все-таки полезу на крышу. Посмотрю, кто там сидит. Надеюсь, кого-нибудь найду. Лезем. Опять пусто, как и в тот раз. Где они тогда прячутся, я не понимаю. Может, на самый верх надо залезть? Давайте попробуем. Лезем на самый верх. Внизу я вообще никого не вижу. Остался один враг, ладно. Тут его нету. И на той крыше, кстати, тоже. Ладно, спускаемся и начинаем его искать. Поиски — это, конечно, самое унылое и самое долгое в этом режиме.
Да уж. Было бы хотя бы побольше игроков, а тут 5 на 5. Даже как-то неинтересно. Ну и куда же он спрятался? Вот меньше всего мне сейчас хочется бегать по всей карте. Да уж. Ладно, давайте полезем на крышу. И будем искать его там. Ну, в смысле, не искать на крыше, а вид с крыши просто получше. Так, где у нас там была лестница, не помню. Вот, вижу значок на карте красный. Сейчас мы идем туда. Одного нашего убили. На крыше, кстати. Значит, он на крыше сидит. В общем, получается, я был прав. Ладно, лезем на крышу. Надеюсь, он нас там не ждет. Будет очень обидно. Лезем. И где он там сидит? Ой-ой-ой, нет. Блин. И что же? Какой итог? Супер, мы все равно победили. Значит, не все потеряно. Блин, ну я же знал, что он будет сидеть у лестницы. Зачем я полез наверх? Больше так рисковать не буду. Еще раз заходим. Ждем отчет. Все, 20 секунд пошли. Ну что, моя команда, вы там готовы? В этот раз нельзя подкачать. Деревица, солнышко. Ну что? Так, мне кажется, или это... Это значок Lidl. Ребят, магазин, знаете, такой Lidl? А как он его поставил? Да уж, интересно. Может, у меня такой же? Ну, не будем сейчас смотреть. Да и, в общем-то, не получится. Если кто-нибудь мне не скажет. Лезем сразу на крышу. Буду там сидеть и сторожить. Итак, ребятки... Где вы там сидите? Ух ты, а вот один, вижу его. Блин, убежал. Ну, мы идем к тебе. Нет, я провалился. Блин, я упал внутрь. Одного нашего убили. Счет 2-2. Блин, я последний. О нет, я остался один. Нет, ты должен жить. Блин. Мне не нравится эта ситуация. Я остался один. Без помощи. Без питания. Без всего на свете. У меня только патроны. И все. Патроны и все. И мини-карта есть. Которая все равно не помогает. Ладно, сейчас будем их искать. Очень аккуратно. Они могут меня убить. Сейчас, конечно, доминируют они. Полезем на крышу. А один точно сидит там. 100%. Если он, конечно, не спрыгнул. Ладно, лезем и сейчас проверим. Аккуратненько выглядываем. Вон он там сидит. Ну давайте подойдем к нему и убьем. Как раз незаметно. Вот сейчас будет классный момент. Да ладно, опять упал. Заряд установили. Блин, мы сейчас можем проиграть. Давай, спускайся. Где тут враг? Он, небось, где-то прячется. Вот, вижу. Все, теперь надо обезвредить бомбу. И, кстати, тогда мы победим. Так, все, сторожим, обезвреживаем. Чуть-чуть осталось, но уже... Во, будет приятно-то. Есть! Вытянул всю команду. Я крут. Да. И теперь половина матча прошла. Сейчас будет смена карт. Вау. Да уж, крутой последний раунд оказался. Не ожидал я, что вытяну всю команду. Я... Удостоен похвалы. Чуть-чуть мне осталось до 25 уровня. Я на первом месте. И враги у нас выходят. Кстати, наши тоже выходят. Ладно, идет смена карт. И какая же у нас сейчас будет карта? Загружается. Давай. Покажись. Ну же, давай. Ты что, завис? Не, вроде бы идет загрузка. Значит, я такой нетерпеливый. Вот, курорт Хайнань. Ладно. Сейчас осталось выиграть 3 раунда, и мы победим. Не, на самом деле осталось выиграть 1 раунд, и мы победим. Поэтому нельзя расслабляться. Нам нужно выиграть. Так, загрузились. Пошли.
один на один пока. Вот все, начался обратный отчет. И это что, яхта? Странно. Когда я играл в захват на этой карте, я яхту не видел. Да уж. Что ж, надо сейчас взять бомбу первым и пойти, не знаю, на какую точку, А или Б, сейчас посмотрим. Берем бомбу, да, бомба у меня, и давайте мы пойдем на точку Б. Да, все-таки давайте на Б. Б, я решил на Б. Там, кстати, есть местечко, в котором можно спрятаться, ну вот как раз, супер. И играет, кстати, два врага у нас. Поэтому победить их будет еще легче. Заходим. Поднимаемся выше. И кладем бомбу. Так, враг. Аптечка. Аптечка, давай. Сейчас мы немного вылечимся и пойдем убивать врагов. Все, остался один. Где ж ты прячешься? Вот вижу. Итак. Все, мы победили. В любом уже случае. Поэтому можно радоваться сразу. Но все-таки давайте последние два раунда мы поиграем. И потом уже точно будет выявлен победитель. Ждем опять же 20 секунд. Да уж, яхту я раньше не видел. Но значит, это в этом режиме она появляется. Хотя смотрите, тут не одна эта яхта валяется, их несколько. Ну что ж, в этот раз, я думаю, бомбу я не успею взять. Я в неудачном месте возродился. Да, бомбу взяли мои союзники. Вот этот парень с логотипом Lidl. А мы идем опять же на точку Б. Устроим им сюрприз. Где-нибудь там заныкаюсь и потом всех перебью. Давай, беги. Их теперь четверо. Да, кстати, я не заметил, их теперь четверо. Будет посложнее. Их я внизу не вижу, значит, можно подниматься наверх. И теперь мы идем вот сюда. Итак, вот враг. Блин, ну как так? Ну почему я скосил? Он прям в голову мне целился, поэтому сразу и убил. Обидно. Ладно. Ну, их четверо, я думаю, мы уже проиграли. А, ну да, у нас один человек остался. Мы 100% проиграли. Ух ты, я прав. Ничего себе. Ладно, остался один раунд. Я этого так не оставлю. И я буду мстить. Вы, ребята, не по тому адресу пришли. Что ж, бомбу можно попытаться взять. Слушайте, нас 10 из 10. В таком случае нам остается только ждать. Долго ждать. Ладно, 10 секунд. Моя команда возродилась. А это что валяется? Блин, он что, сам себя убил? Да уж. Вот с такими я людьми играю. Что ж, бомбу я взял. Отлично. Значит, у меня есть шанс им отомстить. Сейчас мы идем на точку А. Устроим им, опять же, неожиданную ситуацию. Сюрприз. Они думают, что я пойду на Б, однако фиг, я пойду на А. Здесь уже стекло разбито. Где враг? Вот, вижу враг, стреляем. Убит. Все, теперь наши счеты равны. Хотя нет, одного нашего убили. Нет, в этот раз я не дам тебе умереть. Живи! Лови аптечку. Все, теперь мы, пожалуй, спрячемся. Вот, в угол пойдем. Вот вижу враг, он его убил. Там их двое, перезаряжаемся. Нет, стреляй! Есть. Нам дали даже боевой набор для Сара 21-го. 2 на 2. Так, что-то там торчит. Ух ты, я угадал. Все, последний враг остался. Последний враг. Бомба или враг, и мы должны победить. Опа, враг. Ну уже... Ух ты, я перебил всю команду. Да я крут. Один. Всю команду. Отомстил за всю нашу команду. В общем, все супер. Мы победили. Неплохо было бы, если бы победили в сухую. Но что поделать. И смотрим, получится ли мне получить 25-й.
Нет, не получится. Ну ладно, с вами был Жабокрок JK. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось, пишите комментарии. Всем пока!